Ну вот интрига и раскрыта. Вот кто у нас. У нас Каик. Я сначала думала, пока не выкладывать видео, а подождать, пока он привыкнет к нам, чтобы показать уже ручную птичку, привыкшую, не стрессующую. А потом вспомнила, что очень многие, когда берут птицу, мне пишут, что птица боится, птица не идет на руку, что делать. И я хочу показать, что вот так, да, бывает. Птица приехала, ехала ночь в автобусе. Птица в стрессе. Вот только сегодня рано-рано утром, в 6 утра он приехал. На жердочке даже не сидел, искусал меня. После этого я его пересадила в клетку. Изгрыз мне пальцы до крови. Это первый раз, кстати, первая птица, которая меня до крови покусала. В общем, что я вам скажу? Да, он боится. Вот только он поел уже ближе к 12 утра. Он поел, поел яблоко и зерно. Если я подойду, он сейчас отпрыгнет от меня, но я хочу все равно, чтобы вы видели, что это нормально. Это первый день птицы в новом доме. И мы с вами будем, наверное, идти вот с каждым днем. Я буду показывать, как будет становиться птичке лучше, лучше. Он будет привыкать к нам, чтобы вы понимали, что у нас какие успехи. Возможно, я даже буду выкладывать по несколько видео в день. Одно с Каиком, другое с Томиком или с Ливсиком, чтобы про них не забывать. Назвали птичку Кокосиком. Я не знаю, ну, как бы я потом объясню, почему. Да, кокосик, ты красивая птичка. Я даже сейчас ближе подошла, чем обычно, и он даже пока не убегает. Кокосик хороший, видите, надо по чуть-чуть. Кокосик хороший, нет, все-таки убегает. Все-таки он убегает пока, но, скажем так, это нормальное поведение птицы, которая вас видит первый день своей жизни. Да, кокосик? Вообще он ручной. Да, просто пока вот видите, он скоро поймет, что его здесь кормят, дают вкусняшки, любят, заботятся о нем, и я думаю, все быстро, быстро переменится, да, кокосик? Кокосик ты мой, ты красивый, ты наша птичка. Он интересный такой звуки издает, но сейчас я вам их не покажу, но я думаю, что я засниму потом. Да, кокосик. В общем, вот такой у нас новый жилец, и это первый день его в нашем доме. Так что вот, знакомьтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!